Девчоночки мои, всем здравствуйте еще раз. Решила снять вот это сейчас видео. Я сегодня целый день сижу и строчу в Одноклассниках. Девочки, вы мне как начали все писать со всех сторон вот эти сообщения, что якобы я там, ну, взломали мою страничку, как мне дочь объяснила, мама, взломали страничку, что якобы я предлагаю всем дружбу. И на этой страничке, ну, там пишут девочки, что 30 человек всего друзей, что ли. У меня друзей, девчата, 479 человек. Имейте в виду, это не я там. Вот. Я не бегаю и не предлагаю дружбу. Ко мне вот просятся, я только принимаю. И моя ошибка в том, видать, что я еще принимаю людей без фотографии. Больше я делать не буду, принимать друзья не буду без фотографии. Если нет на аватарке лица, лучше не принимать, мне кажется, так. Ну, на страничке я поменяла пароль. Дело в том, что уже начали писать, что якобы с той моей странички предлагают какие-то вперед запросы по Сбербанку, вопросы. А потом якобы идет акция в Сбербанке, что при оплате коммунальных платежей скидки 2000, что ли, возвращается. Я так поняла, кто-то мне написал. Я вот сейчас даже не соображу, потому что постоянно идут сообщения, девочки. Я сейчас выставлю вот это коротенькое видео. Имейте в виду, это не я. Будьте очень осторожны и внимательны. Банк никогда не запрашивает ни номера карт, никаких акций они не делают никогда. И никто нам никогда не вернет наши деньги. Вы что? Поэтому будьте внимательны и аккуратны. Не попадитесь на эту аферу. Вот. Это, знаете, как вот в горячке человек может клюнуть на это и оказаться с носом. Сырой, ой, как сказать, бесплатный сыр, он только в мышеловке. Поэтому я выставлю сейчас, чтобы вы... Ну, я уже устала, девочки, всем вот это писать, сидеть. Я полдня сегодня пишу. Будьте аккуратны, будьте внимательны, девочки. Моя страничка, на ней, сейчас скажу, 479 друзей. 479. Вы кто у меня в друзьях? Я же никого никогда не блокировала, не удаляла. У меня открытая страничка. Я сегодня только там единственное исправила, что могут смотреть мои фотографии друзья. Вот это вот. Надо еще какую-то там функцию, чтобы без моего ведома не могли бы делиться этими фотографиями. Видите, кто-то украл мою страничку. Или как? Я этого не понимаю, как это там могли так сделать. Ну, как-то сделали. Вот идут, опять же, идут мне эти сообщения, девочки. Поэтому до встречи, мои хорошие. И вот это видео я сейчас выставлю, чтобы вы все посмотрели и поняли, это не я, девчата. Все. Будьте аккуратны, будьте внимательны. Если я вам предлагать буду дружбу, не я, от моего имени, сразу, девочки, блокируйте, безжалостно блокируйте. Это мошенники. Как я могу вам дружбу, если вы у меня предлагать, если вы у меня находитесь уже в друзьях? Поэтому, девчата, будьте аккуратны, еще раз скажу. Все. На этом... Девочки, одна мне сейчас написала. Наверное, вы популярность. У вас растет популярность. То у меня видео украли, теперь страничку. Ой, ладно, мои хорошие. Всем до встречи. Пока-пока.